Они грабили, воровали все, что могли. Немецкие солдаты поощрялись к отправке посылок домой. Сотни тысяч посылок отправляли солдаты вермахта, которые топтали нашу территорию. Они грабили все, что могли. Продовольствие, там какие-то ценности. Ну, все, что находили, все они грабили. Это поощрялось командовать. И в этом приняло участие миллионы немцев. Они знали, что они участвуют в преступлении. Они пошли на это, потому что это им нравилось. А убийство было сопутствующим и необходимым для этого явления.